Слово губернатора, пусть и в Рио, закон. Павел Коньков осмотрел ход строительства 9-й поликлиники на улице Свободы и дал поручение решить вопросы с коммуникациями в ближайшее время. Будущая поликлиника – часть многоквартирного дома. Сдать одно без другого в эксплуатацию не получается. А ждать до 2015 года жители сортировки Афанасова не могут. Площадь поликлиники составит 900 квадратных метров. На первом этаже расположатся кабинеты врачей, которые будут работать с инвалидами. На втором будут принимать специалисты. На третьем расположатся участковые терапевты. Обслуживать поликлиника будет 16 тысяч человек. Сегодня поставил задачу и строителям, и руководству города, что надо все-таки посмотреть возможность ввода поликлиники до завершения дома. В течение месяца мне обещают доложить техническую сторону вопроса. Ну и нам предстоит еще решить вопрос финансирования, наполнения поликлиники оборудованием.